Такс, уважаемые телезрители, продолжаем прохождение. Сейчас мы будем строить лестницу к тому кораблю. Что, точку спавна здесь ставить, да, мне, или что? Наверное, да, чё. Давай вот это перезову тогда. Я о, подожди, надо проверить. Надо проверить. Ты спишь, да? Да. Ты спишь? Ну-ка. И чё? Не работает. День не пропускается. Нет. О, Господи. Ну, ладно. Потом почитаю, как будем хорошо. Хорошо. Тогда я тут еще плюхну бочку. Я с собой беру верстак. Лестницы кривые разные. Некролог оставлю здесь. Так. Ну, дерево. Рубим, да? И топор сломал, что ли? Да, мне их много с собой. Да, сломал. Ну, ты даешь. Так, эх. Волки, хорошо. Если бы еще сделали, чтобы они не лагали. А что, как они лагают? А если, допустим, на лодке плывешь, они за тобой такие раз-раз, а то и все, и амба. Застревают потом где-нибудь, теряются. Потом в это место возвращаешься, и вся толпа к тебе спавнится. И еще там, где они потерялись, я не знаю, может связано с тем, что карта в этом месте глючит, а может карта глючит из-за того, что они там теряются, но там потом очень жестко лагает. Ужас какой. Ну, то есть я не уверен, или из-за того, что лагает, они там теряются, или из-за того, что теряются, лагает. Но там, ну, там, короче, проклятая зона такая. Невозможно нормально передвигаться. Но часть собак ко мне потом возвращалась. Это, конечно, было приятно. Ты такой, ага, тебя там грохнули. Бежишь в ту сторону. И ты видел, когда... Нет, ты же этого не видел. Короче, прикол. Меня грохнули. Возвращаюсь к месту, где меня грохнули. А так как у меня там собак, ну, скажем так, до полусотни, да? Ага. Ну, то есть прямо такая река из собак. Я иду и вижу, издалека они ко мне такие портуются. Вот прямо река такая. Много-много сразу. Я такой, о, нормально, подкрепление прибыло. Пошли разваливать чайники. Радостно, радостно. Так, на самом деле, мне кажется, мы уже достаточно набрали, пока я тут болтал. Ну, много не мало, да? А как мы будем лестницу? Подожди, а может есть что-то типа этих, как сваи, как называется, забыл, не сваи, а эти. Да нет, просто доски понаделаем и все. Один доски делает, другой снизу лестницу ставит. Сразу. Нормальная тема? Нормально. Так, мне кажется, предпочтительно рубить какое-то одно дерево. Чего? Если дубы берёзы? Компактнее, нет, дубы. Да, да, я еще даже стака не нарубил. В основном. Ты сколько там нарубил? Ты как-то ты так медленно это делаешь, я уже стак с лишним. У меня 45 и 24, вот. Короче. Ну, ты не сильно отстал на самом деле. Это вообще, конечно, прикольно, что... Конечно, прикольно то, что пишет процент износа прямо в реале. Убрать эту фигню. Нет, нормально, прикольно. Так. Кирочка, камушек. Мне кажется, надо убрать. Я еще не привык. Раз у нас нет подсказки при наведении на блок, то и этой херни не должно быть. А, в натуре он проценты пишет. Гадость какая. Ну... Ну, что-то да, не особо. Там полоска же есть у предмета. Ну. Что он изнашивается. О, так, короче, верстачок я.
Вообще ни к чему эти лишние информации. Верточок нет. Ты палки-то собери, палки тоже А, у нас... нужны. Для лестницы. Блин, я собрал. Ты верстак второй принес еще. Нормально, молодец. Так. Сейчас. Досок у нас уже 4 с лишним стака. Так, дубовых все отлично. Из этих я делаю палки. Отлично. Из березовых я тоже, наверное, сделаю палки. Да, вот так. Теперь. Лесенки, как я можно помню, делают. Печки. Так, слушай, мне кажется, хватит. Да. У нас 80-90 почти лестниц. Нет, 90 даже. И блоки, как есть, так и оставим. Все. Палки складываю сюда. В бочку, например. Так, что, лестница мне даешь, да? Подожди, 8, давай по сотке хотя бы. Ну, давай по сотке, что. Где у тебя там, что, палки, дерево, давай сюда, кидай мне. Я забыл, как это крафтить. А, вспомнил. Березовые доски кинь мне. Ну, эти, в смысле, бревна. На. А, бревна, на. Это дубовые. Кидай, короче, все, чтобы у нас путаницы не было. На. Я просто березовые на палки перегоняю, а дубовые на доски. Давай. Потому что палки не имеют значения, какие. Я еще так собрал палки. Кстати, печкой можно сделать. А, блин, слушай, ну хватит точно. Здесь. Точно более чем хватит. Ну-ка. А, еще можно лесенку навести. Я вспомнил, шифтом как-то я делал. Ну-ка. И шифт. Блин, сейчас. И с шифтом. Да, отлично. Все, сотка лестниц у нас точно есть, более чем хватит. Палки лишние выкидываю. Короче, 2 стака лестниц к тебе, а у меня 2 стака бревен будет. Мне кажется, хватит же, да? Пересаживаться есть. Так, держи лестники. Так, а у меня бревнышки и пару яблочек. Да, лесенки не упали. Где лесенки? Воду что ли кинуть? Блин, зараза. Я ко мне подобрались, да. Ого, вот это теперь норм. Я хочу пробежать еще яблочки собрать. А, нет, показался цветок. Здесь яблок-то нет. Пошли. Как я жестоко обманулся. Ползем наверх. Так. Гова, у меня осталось только 2 яблока из еды. Там я нажарил еще два, хлебушек есть, две эти я нажарил. 2 курицы в печке лежит. И сейчас еще говядину закину. У меня хлебушка есть, 9 штук. Забирай курочку, подожди, лук с печки. Лук на всякий случай взял с собой. Курочка не нужна, еды у нас хватает. Все, алга. Рейд кибитка, ага. Пошли. Так, и пошли. Кожные сапоги ты, конечно, не взял, да? Ну нафиг не нужно, я и так справлюсь. Не, вообще не страшно, конечно. Так. Примерно сейчас нужно понять, откуда нам заходить. А, слушай, очень легко ориентироваться. Здесь тень, и здесь зомби. Ух ты ж. Мужик, бежим. Красота. Подожди, тень это оттуда, сверху, получается? Да. Так бежим, давай прямо отсюда бежим, поднимать бежим. Будем это лестницу. Сейчас под... элитный зомби. Нет, давай бежим куда-нибудь подальше. Просто. Он уже айда в дом. Жарит, в дом. Жарит этим. Айда в дом, беги, давай, беги давай. В дом. Бегу. Я за тобой дверь закрою. Ты только добеги. А где тут? Все. Тут одна дверь. А, отъедаемся. Да. Отъедаемся. Вот. Ой, тут наверху еще заспавнились. Я же здесь фонари все забрал. О, нафиг.
бабулька. Эй, а, блин. Да я. Сейчас стой, подожди. Это в броне весь. О, что из него выпало? Iron Cap какой-то выпал. По-моему, из этой штуки можно железо делать. Да, короче, ладно. Слиток. Блин, я топор забыл себе скрафтить. Топор, на, у меня миллион топоров. Держи. Два сразу. Пригодятся. Давай сразу. Так, всосалось. Нормально. Я хочу факела поставить сюда. Наверху здесь. Я там наверху снес эти лампы. Здесь, ладно, какая нечисть. Полагаю. Так. Угу, солнышко садится. Чудесно. У нас кровати там где-то есть. А, все. Че, побежали до кровати? Потому что здесь-то я вырубил кровати. Давай, побежали. Начало было интересно. Я понял, мы в другом месте начнем строиться, но сейчас бежим до кровати, да? О, кстати, недалеко. Все. Я лег. Я еще нет. Лег. Что-то не удался у нас забег с первого раза. Рано-то. Может, отсюда начнем строить наверх этот лесенку? Сейчас по карте сориентироваться. Ну, по идее, да, вот где у него корма примерно начинается. Да вот отсюда норм. Давай отсюда. Сейчас еще немножко вперед, подожди. Да сейчас эти придут всякие метатели, дряни все. Ничего не придут. Вот, смотри. Сейчас сек. Вот. Еще чуть повыше. А, кстати, смотри-ка, солнышко восходит, и никаких метателей, ничего нету, да? Вот. Сейчас. Угу, да, солнышко восходит. Там просто вечер был. А нет, вот все, понял, смотри, вот здесь вот. Вот здесь нормально будет. Давай. Прям где я стою. Вон они уже появились, да? Смотри, заспавнились, твари. Да начхать, что появились. Поехали. А как я должен ставить, я что-то не совсем... А, просто ползешь вверх. Понял. Да, у тебя задача еще проще. Еще проще, чем у меня у тебя задача. Да-да, все работает. Так, стоям бы пауза. Точно такая лягушка, пипец вообще. Погоди, спустись немножко вниз, только не убейся. Блин, что-то я очкую, я как это сделать? Я тебя столкну, короче, если ты очкуешь. Столкни чуть-чуть меня. Я блок не могу поставить. Столкни меня чуть-чуть. Еще. Чуть-чуть. Еще. Давай очку. Стой, подожди. Все, я ставлю дальше. Так, а у меня... Ой. А, так я стою на лестнице на этой. Да, молодец. Сообразил. А как теперь я это должен? Лестницу здесь ставить. Ой, я... Назад немножко сползи, чтобы ты по лестнице как? Не спускаться. Я застрял. Все, наладил. Ух ты. Я немножко... прыгнул назад, короче, просто. Контрол, короче, чтобы на лестнице висеть. Стой, не гони. О, мы уже рядышком. Слушай, вообще офигенно. Ты на последний блок-то не залезаешь, чтобы вот так вот не обламываться снова. Мы уже недалеко, но есть опасения, что нам не хватит, слушай. У меня целый стак еще. Нет, у меня заканчивается. 40 осталось. А ты разве не 2 стака брал? 30. Я 2 брал, вот заканчивается. Ой, мужик, блин, это слишком высоко, да, еще 30 штук, ну давай попробуем. Я не понимаю, на какой она высоте находится, поэтому пробуем. О, мы точно в корму ему. Блин, нет, это очень так вообще красиво и все такое, но... А, кстати, видишь, 2 спаунера. Зомби, непонятно, кто там, сейчас посмотрю. Это непонятно, какие спаунеры. Но, в общем, это вещь очень прикольная. У тебя что, есть дерево с собой еще запасное? Да, 2 блока. Я знаю, как быстро нам обратно сгонять за этим. Сейчас. Ты сейчас умрешь. А я так и собираюсь делать. У меня могилка же. Слушай, так классно. Прыгай так, так интереснее. А, это я по лестнице. Я понял. Это я по лестнице так медленно. Ой, кусок дерева упал. У нас кроватки. У нас же кроватки.
Подожди. А, все, понял. Я сейчас вылечу, похоже, да? Ну-ка. Да, точно. У меня бочка не открыта. У меня, кстати, лестницы кончились, надо заново их делать. Ну вот я знаю, да. Че это было сейчас перекрыто? Дарамик покинул игру. Я просто выкинул. Да, я знаю. А я по лесенке это спускаю. Вот после... Сейчас вернусь. По лестнице медленно. Нормально. Зато не надо перезаходить. А я еще думаю, что он так плавно вниз летит красиво. Так, у нас там что, бревна еще есть, нет, крафтить, чтобы или нарубить их? Есть. Есть. А, ты уже здесь. Есть. У нас есть два стака, три стака. Ой, ой, еще твари пришли, стой, 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 эти пришли, рогатые твари. Один рогатый тварь. Два, я одного убил, еще пришло чуть-чуть. Эй. Подожди, меня все сейчас обохнут. Так топором работать надо. Куда ты убил? Я забыл. Я не понял, что с икрой, что ли? Он убежал. Он Валер, прикинь. В гору пошел. Какая шняга. Чего? Какая шняга, а? Стекло, блин. Ему на один удар осталось, и он сбежал, да? Реально он от меня убегает? Вот ты, блин, чмо, а? Прикинь. Это у них типа сейчас искусственный интеллект такой, да? Быть чмом. Не понял, ты себе что-то железно сделал, что ли? Да, слиток из этого сделал, из егошних орочих кусков этих. А, ну ладно, тогда, а то я думал, ты себе сделал что-то, что-то полезное. Конечно. Так, сделаю лестницу снова. Давай. Так, ну ладно, фиксим. Все равно пригодится, давай два стака сделаю. Да, вот так вот, все нормально. Снова берем два стака этих и два стака этих, да? Хотя нет, подожди, бревнышек нужно побольше сделать. Так, лесен нам два стака точно хватит? Давай. Так, а досок я взял три для перемещения. Нет, возьму четыре. Для перемещения влево-вправо. Угу. Так, хавка. А, я понял. Моя хавка осталась там. Слушай. Ну нет, в целом интересная штука. Поехали дальше. А, смотри, ты видел, да, с них выпадают эти штуки. Артечь какой-то. Или. А я только ну, что говорю, да? Такую штуку превратил в это же. Орк да, это зуб, зуб орка. Зуб? Зуб, тиф. Блутуф там, синий зуб. Орк тиф. Орочий зуб. Зуб. Да? То есть мы, получается, им реально чайники разваливаем и зубы выдираем, да? Ну да. Жалко, что это так красиво. А где этот обрубок? Ты его добил, да, этот ошметок? Ушел, который убежал. Он убежал, чмочник, блин. Ему там на один удар, когда осталось, он просто зассал и свалил. Прикинь, какая стратегия, да? Гадкая. Ну как гадкая, мы тоже так-то сваливаем, конечно. Но мы-то же не NPC. Нам можно. Это другое. Да. Подожди, я вперед бегу. У меня какая-то тварь, короче, это самое, слушай, сейчас отравила. Что значит бегу? Я наверх поднимаюсь по лестнице. А, понял, меня при помощи магии убило. Тварина одна. Убила? Я, похоже, сейчас снова вылечу. Да. Ну, ты поднимайся, я перезахожу, потому что все, я вылетел уже. У тебя вылетел, имеется в виду, полностью клиент вылетает, или тебя просто отсоединяет от сервера? Нет, меня выкидывает сервера. То есть я несколько секунд еще стою и сделать не могу. То есть, типа, сервер завис. Угу. А завис на самом деле я. Это каждый раз после смерти так происходит. А, хотя, подожди, мы с тобой корабль выносили. Такого не было, да? Угу. Ну... Как повезет, в общем. Я тут пока разбрасываю свои таблички эти.
погибательные. Вижу спавнера, кстати. Да, меня зомбак. Да. Вот, все правильно. Только один Сейчас почему-то. Я хочу А, нет, сначала два. лишние точки смерти хочу. Так. А, подожди, Джоник, привет. корабль. Джоник, привет. Да, серьезно, он у нас с нами, что? В Дискорде он. Так. Ага, в игре его нету, но ладно, норм. Так. Сейчас, говорит, зайду. Блин, зараза, зомбак. Магический скотина. Ну, у меня дома состояние, тварь. Я хочу его отвести подальше от столба, иначе я не смогу забраться. Короче, ждем Драмика. Так. Пока он там решит свои проблемы. Так. Да. А, он сдох, сгорел. Ой, слава солнцу. Да? Или слава КПСС, или слава Петрович. Слава Петрович. Сейчас. Ползешь, нет? Всего-то надо. Сейчас, сек. Да, ползу, все. Мне еще грипп очень нравится. Это вообще прям. Действительно, столько всего интересного тут. Слушай, вижу, ну конкретно на высоте, да? Так, если у меня будет кто-то приходить, я буду просто резко отрубаться. Да, давай, лучше так. Пока все тихо. Слушай, ну классный кораблик такой вообще. Красиво. Я думаю, выпендриваться не будем, да, во всякие эти самые. Отыгрывать там. Ролевуху всякую. Просто кого? Тупо. Кого ролевуху ты? Там. Ну, ролевуху А, ролевуху? будем, типа. Мне послышалось. Аллилуху, я вообще знаю, аллилуха такая. Вон, смотри, там, видишь, наверху это. Чудило. Визер. Не понял. Че, визер скелет? Где? Ты видишь, вон, си, нажми, посмотри вон этого чувака. Визер скелет. Да вижу, вон наверху там. А, си, вот нажми. Вижу, да. Да, визер скелет. Ну, я бы сказал, жесть, да? Как бы. Так, давай немножко сейчас уже можно вперед двигаться, а потом еще одну лесенку сделаем. Давай. Мне очень нравится это. Особенность то, что можно сейчас. Блин, ты посмотри вниз, как это сейчас офигенно выглядит. Гора, например. Частично прорисовалось и все. Хотя, конечно, может, у тебя прорисовка получше. Но у меня она очень фиговая. Так, вот. Я вижу сейчас частично гриб и частично вот эта белая какая-то фигня там. Снежок. Что там за... Ау! Ой! Это, надеюсь, не по мне. А, все. Зато у меня сейчас не зависло. Я кряк. Подожди. Нет. Нет, зависло. Ладно, отхожу. В смысле, перезахожу. Я уже просто не жду. Я крякнул, и я туда. Я смысла не вижу туда ходить. Совершенно. Там. Мы там ничего не сделаем. Подожди-ка. А, мужик, я понял. Сейчас. Судя по всему, вот этот вот спаунеры, как раз из этих спаунеров зомбаки на фантомах спаунятся. Знаешь, давай-ка посмотрим. Может быть, днем эта ситуация будет немножко полегче. А, кстати, может, они типа умрут. Типа утро вечером мудренее. Да-да-да, утро вечером мудренее. Я смотри, это прям поэт заговорил аж пословицами. Да. Пословица все хорошо. Идти туда все равно придется, потому что я там копыта кинул. Отложил личинку и вообще надо все это дело подобрать. Так, в 12 часов я уезжаю. Только отходить надо. О, как это здорово прям. И тебе крипер, и вот.
Из амбара. Там знаешь, что можно сделать? Можно там сделать площадку из булыжника. Ну, типа там, не знаю, защитная. Когда мы ходим на этих, на гастовые, не гастов, сполох, как ефритов. Можно, конечно. В общем, пофиг, я наверх полез. Мне в любом случае могилку подобрать. Да мне тоже надо подобрать могилку. Да и лестниц жалко, там два стака лестниц осталось. Ну, вообще, в целом, ты, видимо, прав в том плане, что эта штука требует к себе серьезного внимания. То есть мы ее там за полчасика не возьмем. Там внизу криперы и всякие твари здесь под ножей лестницы. Получается, мы как бы рейдить начали, а тут на антирейд еще левые чуваки пришли. Не, мы можем их всех убить, но это займет у нас хренолеон времени, мне кажется. Наверное. Займет. Так. Подожди. Я понял. Это я не успел спрыгнуть, что ли? Нет, я успел спрыгнуть. С другой стороны, можно там А. базу поставить наверху. А, подожди, Так, для мужик, а база ты... наверху. Что? Я понял. Давай-ка поднимайся лесенки мне, пожалуйста. Сейчас. Сделай. Слушай, там еще спаунеры. Еще спаунеры. Ты видишь их? Их здесь 6 штук минимум. 8. Мужик, здесь 8 спаунеров как минимум. Это восхитительно. Дай мне, пожалуйста, лесенки. Сейчас могу забирать. Сколько тебе лесенок надо? Ну, вот туда, наверх я хочу. Там у меня могилка. Мало. Так, на еще. Хорошо. Ты сейчас активируешь спавнер, походу, тут. Если активируешь, я сразу спрыгиваю вниз. Да, активировал. Оно загорелось, закрутилось, зажглось, но потухло. Никто не вышел. А, лучник там вышел сбоку где-то ходит. Ух ты! Ну-ка, ну-ка. Blast of Ghastly. Редкий колотящий скелетон-подрывник. Видал? Нет. С такими перцами. Обычный скелетон. Вижу, а вот теперь вижу. Редкий, но так Есть? себе бластов. Взрывающимися этими стреляет гасли. Не знаю, что такое гасли. Раст. Не знаю, что такое раст. Игра такая раст, если что. Блин, ну наверху везде скелет, ты видишь, да? Как это прикольно. Так. Предлагаю, знаешь, что? Снова здесь сделать. Очередную рейд-кибитку. Поставить сундучок со всем лишним. Надо из булыжников вот сделать этот. Как его? Да, ну я пока сделаю, знаешь, вот так. Сейчас беру сюда сундук, ставлю. Ой, не сюда, а вот сюда. Выгружаю в него немножко лишнего дерева. Так, стака хватит, не хватит, не знаю, не уверен. Лук, один топор, кирка точно не нужна пока что. Надеюсь, я об этом потом не пожалею. Короче, я все лишнее выгрузил. Я тоже. И даже еду маленько выгрузил. Но лесенки я, короче, предлагаю двигаться дальше вверх. Просто тупо вверх. Ты взял лесенки для этого? Опять активировался этот спавнер. Вижу. Да, это фантомы спавнится. Пока еще нет, просто активировался. Я вижу, да. Быстрее, быстрее крутится, быстрее, быстрее, быстрее. Прямо раскручивается, раскручивается, раскручивается. Воу! Ах ты. Я прошел, пока. Давай, кто вперед? Я вперед прилетел. Подожди. А, нет, ты раньше меня, да? Да, ты раньше. Слушай, нормально, я придумал новое развлечение, прыгать с лестницы оттуда сверху. Кто вперед, то разобьется. Я пойду Так, кирку ну-ка. возьму, и надо накопать Да, камней. сундук. Сундук не открывается, так что я снова завис. А, у тебя просто, так ты просто подожди, если у тебя виснет, оно отвиснет, наверное. Так.
Нет, не отвисает точно. Он потом просто напишет, что я отключен, там бла-бла-бла. Что надо это озеро нам с тобой налить? Ну, Озеро? типа этот, ну, чтобы падать сверху было мягче. Мягче падать. Ведро там на железо же есть, ведро натаскать? Нет. Под воды, то есть. Я предпочитаю сразу умирать просто, чтобы... Это чё? Ух ты. Чё у тебя, ты прерываешься? У меня какие-то штуки крутятся. Снег идет, что ли, не знаю. А, у меня это выглядит очень... Я сейчас скриншотов понаделаю и покажу. Ну, кругляшки это такие, жесть да? какая-то. У меня тоже такие кругляшки, крестики, Нет. плюсики. Нет, у меня не кругляшки, крестики. У меня такие какие-то странные фигуры в виде вытянутых, как будто флаги. И они вокруг меня так парят. Такие призраки. Короче, я скину в этот Дискорд. Так, можно же мне вот так вот сделать. Только просто квинскрин сработает. Сейчас. Вот. Наверное, сработал, не знаю. Сейчас попробую. Так. Да, не сработал. Кажется. Дискорд кидай. Да, это мне сейчас нужно папку открыть, скриншот эти найти. Сейчас. Ну, чем мышкой тыкаешь, она сама открывает эту папку. В чате прям мышкой тыкаю, я так делаю. Я понимаю, я сейчас не могу запустить. У меня же комп тормозной, ты понимаешь? Угу. Я лаунчер закрываю сразу. Так, вспомнить. Майн нет. Программ дата же вроде бы находится, да, он? Майнкрафт. Application дата тут? Нет, не тут. Нет, она находится в T-Launcher с папки скриншоты. Папки T-Launcher и скриншоты. Я знаю, что в папке T-Launcher. Сама папка T-Launcher-то где находится? У всех по-разному. Да. Вот. А ты куда распаковал-то его? Ты же скачивал с интернета. Нет, папка с игрой у меня находится в этих. Там то апдаты или что-то такое. Подожди, пользователь, по-моему. Точно с пользователем. В моем находится оно. Сейчас найду. Вот апдата. Кажется, роуминг. Так, T-Launcher. Проверяю. Да, нашел. Голова дырявая. Да, точно вот нашел все. Кидаю. Так все сложно. Да, все сложно. Ты на скриншот посмотри. Насчет все сложно. Ну вот что за херня? Это баги какие-то, что ли? Походу, да. Да, это на баги похоже сильно. Такие штуки не должны падать с неба. Да я понимаю, что не должны, но вот падают. А у меня плюсики и минусики всякие, тоже так не должно. Должен быть снег. Это баг. Нет, снег я видел, как он выглядит интересно. Там такими... маленькими, ну короче, типа снежинки разные, они просто там какие-то непонятные там хлопушки. Ладно, я все понял. Так, смерть это моя, нет, моя, да. Ой, я слышу какой-то топот. А нормально, все это хрюшка. Вот мои снежинки я отправил. Сейчас не буду смотреть, я нашел коров. Коров. Ого. Кожа, как мы с ними... Подожди. Как мы с ними поступим? Будем их тащить к нам или... Мужик. А там где... Ой-ой-ой. Я бегу, бегу, бегу. Успею, не успею, не и знаю, мне, за мной бежит.
Да-да-да, за мной бежит зомби. Скоростной. Вот так, все, я просто выхожу. Все, это Забежал в хату, короче, расцвело, ебать. день настал, дождь пропал. Ага, очень. Очень хорошо. А я в домике. Просто я пошел к грибу, там тоже спаунеры. Короче, здесь всякого такого прям интересно-интересно. Грибут сходил, дай-ка я тоже посмотрю. Не прям хорошая идея, я бы тебе сказал. Чему думаешь, я недостаточно быстро бегаю? Ну, я еле убежал, короче, оттуда. Сейчас не знаю. Вроде не вижу. За мной зомбак просто бежал, который скоростной. Притом, кажется, не маленький, а именно большой прям. Это может быть не так страшно, как маленький, но все же. Я там где-то по дороге кирпичей рассыпал. А что, убить не судьба была, топором там? Да, блин, задолбали. Притягайки, короче, появились теперь еще. Да еще и с паутиной. Господи, Так, я я вижу текаю гриб, отсюда. это какая-то гигантская структура со спавнерами, да? Мужик. Мужик, беги оттуда. Спавнер висит. А, нам еще наверх залезть надо было. Блин, эти твари за мной. Присасывают меня. Да, задолбал. Давай тогда поближе к спальничку, чтобы сразу. Ох ты ж, господи, у меня с одного удара половину снес. Дошел бы ты лесом, мужик, а? Давай ко мне в водичку. Здесь мы хоть на равных условно будем. Свиньи с этими, с как его, с бурдюками. А что, вы тонете, что ли? Серьезно, мужики? Да? Вы что, плавать не умеете? Что? Да вот эти вот мужики плавать не умеют, походу. Да, блин. Может, и не умеет, Ох. но зато умеет бить. Да пипец, господи. Тварины. Ну ладно, так как они плавать не умеют, они уже под моей могилкой, да, находятся? Так. А, точно, ну да, конечно. Господи, как это. Пердак тушил. Отвлек маленько. Что тогда, может, этот перенести в домик все наши барахлишки там? Раз уж мы тут Ну, трёмся. барахлички. Барахлички, похоже, да. Да, мы уже утерлись, мы уже не трёмся, а уже. Я пошел в Я сторону пошел в юга водичку, дальше, короче. тут на разведку, так сказать. Южнее пошел. Могилку свою хотя бы поберу. Вот эти чмощники задохнулись. Хоть какое-то утешение. Кстати, ты прав, кожаные ботинки лучше все-таки поберечь. И я же коров видел. А, да, точно. Мы что с коровами будем делать? Надо их разводить. Пытаться. Это не без, вообще без вариантов. Надо обязательно разводить. Нужно куча ресурсов-то для всего. Да. Тогда я, наверное, за этим. Да, я часть шмота отсюда забираю. О! Ой. Нет, ты видел, ты видел. Чем? В сундук моментальное перемещение. А что раньше было как-то не совсем моментально. А я забыл, что так можно делать. Ух ты ж, господи, как это кайфово. Что значит сундук В моментально общем, перемещен? забрал. Так, верстачок забрал. Бочку с сундуком забрал пока. Хотя нет, подожди-ка. Одну бочечку здесь все-таки. Нет, один сундук здесь оставлю. Ну так, для приличия. Ага. На всякий случай. Ну пусть будет пару яблочек в нем. И хлебушек тогда.
Слушай, так это Да. получается какой-то большой материк. А, нашел коров, кстати говоря. Только они на другом острове. Они здесь. Я сейчас беру лодку и побежал до хаты, до нашей. Кстати, да, насчет лодки отплыть бы все это. Сейчас я сделаю тоже лодку, поплаваю здесь вокруг. Надо вообще разобраться, что вокруг, базу надо ставить уже. Потом это тоже фармить начать. Какие-то строения эпические. Так. Или мы здесь сейчас будем обосновываться, то есть наоборот сюда все перевозить. Подожди, сейчас я говорю, надо разведку провести. Я сейчас попытаюсь этот разведать тут. Тогда ничего не перевожу пока. То я хотел обратно на хату везти туда, Пока на не нашу. перевозить, да. Сейчас я тут. Я сейчас вокруг оплаваю на лодочке. Я на южной стороне, здесь просто конец. Может, это какой-то маленький микроостров у нас. Чтобы не париться с этим. Что-то походу что-то островная какая-то контора. Которая мир островной какой-то. Или это реки такие большие, хз. Скорее реки такие большие. Ну, сейчас вот плыву. Микроостровным тут. Сейчас вот плыву по одной из такой рек. То есть вот южнее нас река течет. За рекой. Походу за рекой тоже Так, сейчас. материчок. Слушай, это реально похоже на большую реку. Я сейчас по ней плыву и с одного края реки не видно другой берег, как бы. Не прогружается он. Небо сервер Не, такой. территория нормальная, мощная. Территория мощная. Так, ты по югу поплыл, да? Да, я на южной Нет, стороне давай. реки. Я в реку заплыл. Это же как типа там, где корабли стояли, типа море. А вот эта река вглубь уходит материка, получается. Но она широкая, как река Белая. Или как Ну, две короче, реки. от нашего перевала Да. север поплыл. Ты на север. Да. Ну, то есть Понял. там, где у нас хата была, вот эта вот на воде. Я с той стороны сейчас буду вокруг оплывать. Давай. Короче, сервак, походу, тормозит. У меня все плохо прогружается здесь.